Данное видео создано в развлекательных целях, все показанное сегодня по изображению. Это шкарлупки. Трего. А мне семечек. А мне. Здравствуйте, ребятушечки. С вами расхититель мусорных баков. И посмотрите на мой стиль. У меня сумочка с помойки, толстовка с помойки, штанишки и кроссовки с помойки. Все потому, что помоечка одевает, а еще и кормит. Обязательно ставьте лайк на это видео. Прямо сейчас вы увидите, как я зарабатываю в помойках и как я нахожу для себя топовые ништячки. И обязательно подписывайтесь на мой канал. Есть очень важная новость для вас всех, ребятушечки. Я решил возобновить стримы, как в старые добрые времена. И теперь веду прямые эфиры прямиком на помойке. И в прямом эфире показываю, как я добываю находки в помойках. Поэтому следите за каналом. Стримы будут такие на помоечках раз или два раза в неделю. И всем приятного просмотра. И погнали смотреть, как я расхищаю мусорные бачки. Опа, нифига кроссы какие. Адидас. Обалдеть. 41-й. Топовые адидасы, зацени топовые. 41-й размер. Смотреть. Топовый. Стой, стой, не надо. Стой, стой, это не оригинал. Смотри, оригинал. А. Бля, я же подумал, что оригинал. Очень топовые на вид. Это выдаст и все, я тебе отвечаю, блядь. Хвост какой-то Дима достал. Дери. Это хвосты, это купят. Это хвосты. А? Вот это купят, салаты. Нифига тут вынос. Тут выносы мощные. Нифига себе. Книги всякие, коробка-то классная. Вот тоже вынос. Дейл Карнеги. Как за... Стоп. Xbox, намек на Xbox. Джойстик от Xbox. Намек на Xbox, Лего, целый пакет для Миш. Обалдеть. Еще пакет Лего, ребят. Так, опасное вещество. Не хочу. Что это такое? Я не знаю, что это, но это что-то нехорошее. Ребят, Лего, это у нас Миша коллекционирует джойстик, но это не от PlayStation, но он универсальный. Такой рублей за 500 можно продать. Топовая книжка рублей за 100. Блин, да. Хвосты уже в масле. Смотри. Баллон перцовый, шок. Оставят конкурента в шоке. На. Халат. Че, брать халат? Ой-ой-ой. Ты че гонишь? В смысле? Ой-ой-ой. Это всякие кляпы, вот BDSM набор. Взрослый только бери халатик. О, боксерские перчатки, боксерские. 3, вот 4. Комплект, ребят. 4 боксерских перчатки. Новые вообще. Подожди, смотри. О, Xiaomi. Дорогущая. О, Pantene Pro-V, ребят. Интенсивно. Шампунь полный. О, это домой. Обалдеть, эти шампуни, ребят, дорогие. Зацените, тут литр шампуня. А вот еще шампунь. Обалдеть. Следующий берем. О, там техника. Давай. Ребят, я в шоке. Давай, я давай, давай, давай. Мы не видели. Пульт, смотрите, какой. Пульт для машинки на пульте управления. Это мусор вот какой-то. Подожди, там не мусор. Обалдеть, как куртка. Куртка огромная, ребят, кукла огромная, дорогая. С руками, ногами. Такую куклу. А, это. Это фарфоровая кукла, ребят. Посмотрите, какая большая. Ее можно продать 1000 за 3. Обалдеть. Да иди отсюда. Педали, ребят, для велосипеда. Новые педали. Дзинькалька. Ух ты, отвертка. Ребят, катафоты. Это мне на лесопед надо. Обалдеть, новые педали. Книжки, ребят, алмазный огранщик. Все грани вашего бизнеса и жизни. Нифига себе. Ребят, книга по бизнесу вообще. Стоп, стоп, я знаю. Фотик. Это полный набор маркеров. А, маркеры, это топ набор. Прокладки. Ребят, зацените маркера. Это я бы домой забрал, у меня Вероника рисует, племянница. Обалдеть. Нескучные финансы, это в гараж. Библиотеку нашу. О, поролон, наждачка. Ого. Походу пульт от этой машины огромной. Ребят, зацените, какая машинка на пульте управления огромнейшая. Заберем, да? Это купят. Я думаю, рублей за 800. Даже за 1000. О, насосик. Фломастеры еще, ребят. Обалдеть, сколько тут их. О, себе забирай, да. Ребят, зацените фломастеров. О,
БДСМ маска, ребят. Для взрослых масочка, для игр взрослых. Чулочечки. Опа, так это вот интимное. А вот кэшбэки. Еще 5 рублей. А, жесть, ребят, зацените какой брелок. Это кто-то озабоченный выкинул. Вот это по-любому. Это я, можно себе забрать такой брелочек? Я вот это люблю такое. Блин, капец, до этого на помойке был школьный апокалипсис. Нас просто подписчики, ну, окружили человек 15. О, трепища, здравствуй. Колбаска. О, утюг или фен? Отгадай, провод торчит, утюг лампа. Или фен? Лампа. Да нет. Я ж сказал лампа, прикинь. Да. Ребят, я отгадал. Он говорит, утюг или фен, я говорю, лампа. А что там? Ой. Опа, опа, кожа. Кожаный, вот такой. Обалдеть. Такие скороходики. Косутини. Косутини. Кожаные, ребят. О, две пары ботинок. Смотрите, какое состояние. Идеально. Целка, просто. Люкс. Я в шоке. Это продастся, блин. Это... Да, рублей за 500 две пары продадим. Кожаные. 41 размер. Вот так вот, шляпеточки. Что там у тебя? Плоечка. Бытовая, бытовая. Бытовая техника. Так, это плойка. Завертушки делать. Это рублей за 200 продадим. Там. Кучка косметики какой-то. Но это все новое, кстати. Это можно забрать все. О, Дима, кока-кола, колбаса. Я в шоке. Тут кола, колбаски. Колбаски. Кола. Королева танцпола, виски. Кола. Королева танцпола, колбаски. Кола. Блин, они с плесенью. И кола открытая, и без газов, капец. Опа, тяжелые коробки. Обувь. Обувь. Помойка обувает. Ой. Ой, это зимние. Не, зимние мы сейчас не берем. Вот еще всякие. Не, ну вот эти кеды. Кеды, я думаю, взять можно вот эти. Рублей за 100 купят. Влад, да ты меня достал. Что ты берешь? Купят? Я тебе говорю, оно все бомжеватое. Я отстираю, сам буду носить. Я ж вот это не беру, Дим. Посмотри. Что? Я это не беру, Дим. Да вот хотя это они больше... вообще как новые. Вот сапоги и... вообще не покупают, ребят. Ну давай возьмем, если они новые. Новые еще покупают. Именно новые. Ну они как новые? Тут вынос. О! О, здравствуйте, бытовая техника. Не-не-не-не. Коламбия. Ебать. Ребят. Columbia Pictures. Конский вынос. Columbia. 43 размер. Но это, мне кажется, подделка как будто. Какие-то они качества дерьмо. Но возьмем, возьмем, потому что это Columbia. Во. Забирай. Ой. О, конверсы. А не, это не конверсы, тоже паль. Типа конверсов, они драные слегка. Дима, ну посмотри, стоит брать, нет? Если они целые... Следов износа нет, поэтому берем. Всякие журналы. О, блокнотики, книжки. Что это? Общество знания, алгебра. О, разукрашка. Капец, как рисовать животных, прикинь? Инструкция. Вот как попугая рисовать. А вот как рисовать пингвина. Это обалденная книжка. Я даже знаю, кому я ее подарю. Но зачем так эту коробку замотали? Столько пакетов. У меня плохие мысли. А нет, там техника. Степпер? А, это ванночка для ног, блин. Обалдеть, это я хочу домой. Да ты их столько раз домой приносил, потом приносил обратно. Но я еще раз принесу домой, и, по-моему, еще раз принесу обратно, Дима. Ребят, зацените, в коробке ванночка для ног. Ну-ка. Ну-ка, как она там внутри по состоянию? Во! Обалдеть. Даже с этим... Запасными вот этими штучками, роликами всякими. Инструкцию возьми, кстати. Инструкция есть. И даже вот всякие эти насадки. Насадки, да. Вот еще насадка. Где? Под красный, под нет. Да. Во. Весь комплект. Во, вот так в пакет, чтобы эти насадки не потерялись. Ребят, ванночка от бренда Клатроник. И стоит такая на Авито вот столько. Ну а мне бесплатно, потому что помойка радует. Я попользуюсь ей, домой заберу, а если не понравится, продам, ну, думаю, за 1000 рублей вообще спокойно. Подожди, у меня тут сковорода, коровода. Тупо взял и рассыпал вынос.
О, у меня еще какой-то вынос. Чуть-чуть шмоток. О, полотенце это нам всегда надо. Ну, шмотки это неинтересно. Ой. Ремень, кстати. А, он драный. А, полотенце. Куда клобуки? На место выкини. Раз сапоги взяли, то и клобуки возьмем. Вот это тоже возьмем. Ребят, прием на следующие кормилицы. Помойный кортеж, вот помойка кормит, Миша летит. У него есть права, я пока без прав боюсь на этом лимузине ехать. О, а вот и кормилица. Ребят, Дима сейчас на помойке нашел топовую ашкудишечку Lost Mary. Я ее курю, но вам не советую, это мне можно, я взрослый. Ребят, подскажите, что это за надпись? Бум. Что это значит? Это чья-то тега или что? В Краснодаре везде вижу эти надписи. Передайте тому пацану, кто это пишет, что он заколебал это писать, вот это бум. Пусть пишет там Штребух. Или помойка кормит. Лучше пусть пишет бум икс штребух. Вот увижу надпись такую бум икс штребух, засниму. Ребят, видели вы хоть раз, как выкидывают на помойку Мерседес? Я вот первый раз, тем более АМГ. Охренеть. АМГ Мерседес. Ой, развалился. АМГ, ребят. Мерин, зацените. Капец. Первый раз в жизни вот нахожу на помойке Мерседес. Всегда хотел найти Мерседес, и вот и нашел. Спереди колеса есть, а сзади сломались, но можно починить. А, где руль? Блин, был бы руль, я бы забрал. Руля нету. Капец, вот это обидно. Ребят, был бы руль, я бы забрал бы и сделал бы. Кто-то на картонку насрал, а руль, сука, спи***ли, падлы. Блин, обидно. О, пылесос. А, не. Признаки пылесоса присутствуют. Насадка от пылесоса. О, еще насадка. Так, а где пылесос? Надо искать. О, нифига, какая насадка для пылесоса гнущаяся. Тут очень пахнет пылесосом. О, нифига, коробка от AirPods пустая. Вот это обидно, что пустая. Выносик с хаты, вынос с хаты. Вау. Это что такое? Нет, тут целый пакет. Мыльно-рыльное. О, антисептик. Опа. О, еще какой-то антисептик. Вау, запечатанное мыло. Ого, еще какая-то фигня дорогая. Это все мыльно-рыльное, ребят, покупают. Просто шикарно. Простите, прибитки. Это что такое? О, тени тоже берут такое. Даже вот эту расческу купят. Я сейчас волосы от нее оторву. Придам ей продажный вид. Вот, продажный вид, деревянная, купят. Так, далее, что у нас тут? О, нифига, что это такое? Там какое-то мыло или что? Пацаны, вскройте. У Димы реакция очень плохая, Дим. Работай над этим, Дим. Ой-ой-ой-ой-ой, капец, тут мыльно-рыльное топовое какое-то элитное. О, фильтрбокс, Дим, фильтрбокс. Нулевик, то есть... О, аригатор, пацаны. Аригатор. О, баночка топовая для зубных щеток из Икеи. Вау, красивая. Ребята, это аригатор. Часто я их нахожу. Это пародонтоз лечить. Короче, его можно продать рублей за... О, 10 рублей. Нифига, кэшбэк с помойки. Аригатор можно продать рублей за 300. Вообще спокойно. Он в полном комплекте еще с каким-то этим. Вон, насадки есть. Это кайф. О, для электрозубной щетки подставка. Кэшбэк. Мыльница. О, робот-пылесос. Та! Балдеж, я в шоке. Ребят, зацените. Элиф. Элиф фирма. Не дешевый, да, такой? С док-станцией, с блоком питания в комплекте. А ну-ка, работает. Часто мы их находим. А, он включен. Надо зарядить, проверить. Но продать его можно будет рублей за 900 спокойно на барахолке. О, пыль в комплекте. А, нет, даже пыли нет в комплекте. Обалдеть. Неплохо, да, я тут лутаюсь? Еще, давайте еще. Сало, пацаны, сало. Холодненькое. Хорошая, свежая, холодненькая. Ребят, Дима заберет себе сало домой. Оно уже упало. Вот, хотя бы два кусочка. Моечка кормит салом. А у меня есть уже, мы покупали. О! Миш,
Ребят, сразу поднял. Вот это сейчас актуальный товар, вентилятор. Лето вот уже почти. 25 градусов жары уже в Краснодаре. На 4 мая сейчас. 4 мая, 25 градусов жары. Вот это, если рабочее, мы, наверное, или себе оставим, или продадим рублей за 400. Капец, у нас тут техники уже. Помоечка вообще балует. Уже очень темно, я вообще в это время не снимаю, но как такое не снять? Вы посмотрите на вот это. Сколько тут сковородок, это жесть. Это все алюминий, мы это собираем, и все просто вот так в одной куче было. Это капец. Правда, кстати, тут не все алюминиевые. Вот эти алюминиевые, вот это тоже, а вот это вот металл. Металлическую, я не знаю, может ее, конечно, кто-то и купит, но я сомневаюсь, она очень тяжелая, большая. Будем ли мы ее брать, вот в чем вопрос. О, тут аккуратно. Баржа. Я просто восхищаюсь постоянно этим произведением искусства. Это просто баржа огромная. Вы посмотрите. У него длина, но чуть меньше, чем у этой машины. Ну, как у Аки габариты. Капец. А вот эти шортики дырявые, вот эти вот обалденные, Under Armour. Вот тут мой телефон лежит, я нашел в помойке. Вот там как раз рядом, прям соседняя кормилица. Че тут Димочка, голяк, да? А нифига, вон вынос с хаты, вынос таблеток. Вот тут я увидел вот наклейки всякие, на пасхальные яички. Ну такое не купят. Влез в какую-то сгущенку. Ну, буду надеяться, что это сгущенка, конечно. О, нифига, ребят. О, вот эти... иди сюда, гриль. Ебать, тут выдаст. Что это за провод такой? Что это за провод ну такой? Ну что, чай? Это от гриля. И сковорода тяжелая. И выдаст хаты. Давай, гриль забираем. Да ну не тяни ты так, а поаккуратнее. Ну. Ребят, зацените, что мы нашли. Ой, тут еще и вы. О, а вот и норматив. Ребят. Гриль для курочки. Ой-ой-ой, чайничек, мы его берем. На. Да ты подожди, подожди. Ну на, что мне, жди-то, ёбаный, дожди, на, ставь его, я сейчас кину. На... Ой. О, у меня медальки. Да подожди, это я вынос нашел, дай мне его долутать. Ребят, зацените медали, тупо медали. Я бронзовый... Призер. Я бронзовый призер, чемпион по мусорным бакам. Я победитель, это мне за то, что я роюсь в помойках, выдали. А чё ты клавиатуру откинул? Это не клавиатура. Синтезатор. А, ну он треснутый. На, медали. А о, что за медали? Первое место, смотри. Ребят, тупо первое место за то, что помойки разрываю. Я призер, олимпиец, я вообще чемпион. Я в баки ныряю карасиком. Я номер один на помойках. Вот, даже подтверждено медалями. Нифига себе. Обалдеть. Это ж всякие крепления. У меня хромакей на подобных штуках держится. Топовая вообще вещь. Это мы заберем такие крепежи. Трубки крепить. Очень крутые. Не, мы на продажу заберем, их купят по-любому. Это крепежи классные. О, чувак. Это мне. Это мне. Я хотел давно. Какой гараж? Это миди-ка. Это миди-клавиатура. Обалдеть. Ребят, старая вот такая USB-шка у нее. World. Миди-клавиатура. Да, реально в гараже подключим. Миди-клавиатура, ребят. А для нее дрова должны еще быть специальные. Да, скачаем. А она так и должна, я не помню, вот эти штуки. Да. Пады всякие, ребят, зацените играть. Вот кто из вас рэп делает, музыку всякую, зацените. Ребят, World Panda Mini. Вот столько бэушная миди-клавиатура вот это стоит. Она вся грязная, зарыганная, но мы ее очистим. А нам бесплатно это все, с кормилицы. Помоечка дарит возможность записывать рэп. Наушники Соньки. Оригинальные. Ориги. Хорошие Соньки вообще, ребят. Зацените. Это может звук реально, как мониторы использованы, но им жопа, но их восстановить можно. Их забрать, это может какие-то дорогие. Ребят, это Sony M.
MDR-XB950. Вот столько стоят в хорошем состоянии эти наушники. Они рабочие по-любому, но их можно восстановить, чтобы там с ними не было вообще. Амбрашюры подобрать, поменять, налики заказать. Но вообще тема крутая. В гараже будем пилик-пилик делать. На стриме, кстати, подключим к стриму как-нибудь, к ОБСу. Обалденная находка. Первый раз в жизни я нахожу MIDI-клавиатуру. Но это такая себе кормилица, она всегда голяковая. О, нифига, есть женская. Ладно, а чё ты не берешь? Лутаем. А, ему жопа. О, ты чё гонишь, дизель? Футболка дизель, оригинал. Женская дизель, прикинь. Оригинальная футболка от бренда дизель. Ребят, дизель в магазе стоит вот столько футболки, а она вообще в хорошем состоянии. Еще побегает. Значит, это мажоры выкинули, раз тут такие бренды, ребят. Ну, такой анализ я провел как бы максимально быстро. В принципе, это логично. О, вынос с хаты. Вынос с хаты, Дим. Он к пиву. О, чувак, ебать. Айпад, стоп. Сим, подожди, остановись, да не отбирай. Тут один нюанс. Если он без симки, этот, он не годится для разблокировки. Ты что, ебнутый, он бесплатно мне достался. Какая разница? А. Это современный. Это старый. Ты видишь? Это старый. Type-C. Смотри, какая камера большая. Я знаю, что это за айпад. Это не супер старый айпад. Охренеть. А идет, я посмотрю, по-моему, ты бери. Я сперва его попытаюсь включить. Он это тут. Какого года iPad? Это 15-й год. Сейчас я скажу. iPad Air 10 15-го года? Да. Так он не супер старый, ты чё? Ребят, iPad модель A1701. Стоит вот такой iPad целый рабочий на Авито вот столько. А прям на ваших глазах я его залутал бесплатно. Может даже включится. Но его жестко прям, да, жестко его разбило. Капец, он топовый. Я захотел себе iPad. А ну я сейчас выровняю, может он за... Там плата у него находится. Я аккуратно, Дим. Я прям сейчас его на зарядку поставлю. Такие находки стоит проверить. Он без лотка для сим-карты, но возможно он без iCloud. Но это очень маловероятно. Он по-любому с iCloud. Ну ладно, айпады может можно как-то это. На, посмотри. iPad можно. Ребят, я в шоке. Это вот в этом пакете было. Вот тут обувь. Вагабонд. Вагабонд. Вот такие каблуки там же были. Дизель. Может, это все один и тот же вынос. Капец мажорки. Мажорка выкинула, ребят. Я в шоке. iPad. Да его восстановить можно. Конечно, потому что экран на него дорогой, потому что он у него топовый. По-любому. Ретина. Мне кажется, он должен запуститься. Он просто, возможно, в ноль просто сдохший. Поставил на зарядку, ребят. Да оцените, пацаны. Вот сейчас в помойке нашел iPad. Попробуй, может оно не пошла зарядка. Сейчас. Как видео будет называться? Сейчас, вот сейчас проверь, Дим. Включил пауэрбанк. Там полный тотал экрану. Полный тотал. Ну, там тотал, не... да. Сейчас он подожди. Ничего не покажет. Может и покажет. Там внутренняя капец матрица. Он топовый, блин. Я хочу себе iPad. Видосы смотреть мои на ютубе, вообще кайф. Блин, хочу давайте, iPad. Давайте пробью его по серийнику, на iCloud он или нет. Давай. Дима шарит, сейчас пробьет все. Ребят, я, короче, подъехал на помойку, нашел тут iPad и тут вот, смотрите. Привет! Соколиный глаз видит кормилицу у ребятки. О, нифига, ковер прикольный. О, нифига, лошадка. Ребят, зацените, лошадочка вообще целая. Так ее продать можно. Я ее заберу, ребят. Она целая. Ее продать можно за 1000 рублей, я думаю. Хорошая лошадка. Опа. Кусочек лампы настольной. Что-то тут тяжелое. Опа. Кусочек тройника. Ну, вот это топовый краник для воды с фильтра. Он даже целый. Может, даже рабочий. Подумаю, на латунь его пущу на цвет мед. Или продам на барахолке рублей за 100. О, нифига, всякие крупы тут. О, чаек. Ребят, Липтон чай, смотрите. Треугольнички, ништяк. Так, вот еще тоже Липтон чай. Треугольнички. Это я домой заберу. Устрою чаепитие. Помойка дарит чаепитие. Ну, каши, я не люблю каши просто. Вот не люблю каши. О, это что там, монитор? Это телевизор. Охренеть. Ребят, целый телевизор. У меня аж чай выпал. Обалдеть! Даже вроде экран целый.
Охренеть, ребят, зацените. Это телевизор, он тяжелый капец. Экран целый от фирмы Deo. Такой можно продать на Авито за 3000 рублей. Нужно будет блок питания подобрать, потому что здесь выход на 15 вольт. Ну ничего, я сейчас поглубже пороюсь и, может, блок питания найду. Но это ништяк находочка. 3000 рублей, ребят, считай, нашел. И плюс конь вот этот, еще 1000 рублей. 4000 рублей вот сейчас просто поднял на изи. Ох, кормилица, ох. Огорожена каким-то краской белой, зачем? Научись запрыгивать, Диме. Не умею. Опа. Это слишком высокая. Да ну, вынос хаты. Видишь, я запрыгнул, Дима, и у меня вынос хаты. Шляпеток вот, такое еще. Не, ну такое. А, второго нету, обалдеть. О, алюминий. Классика. А? Кальян? Кальян. Нифига, помоечка дарит поднакуриться, ребятки, кальян. Давайте смотреть. Он, походу, с набором, с углями совсем. Ой-ой-ой-ой-ой. Ребят, вот тут угли. О, коллаут. Чаша там. Кальянчик. Все в комплекте, ребятки, обалдеть. Коллаут заберем себе. И чашу, наверное, и вот эту прищепку. И у нас уже можно будет в гараже курить кальянчик по кайфу. Ребят, зацените, Дима нашел. Так это, слышишь, топовый Хуаоми. Нормальный. Весь в помоях, правда. Это А1, только плюс какой-то здоровый. Да, да. Ребят, зацените. На Type-C. Смотрите, ребят, какой дресне он был. Он в этом пакете ущербном был и всем зарыганным. Вот тут был этот телефон, обалдеть. Проверяю телефон, включится, нет. О, включился. Битый экран в хлам вообще. Да ну, экран менять, это лопата. О, включается, короче, экран битый. Ну, две камеры, сканер пальца, Type-C, можно восстановить. Восстановлю. Короче, мы на нем поменяем экран, так сказать, восстановим и продадим 1000 за 4, его точно купят. А может даже и дороже. Вообще ништяк. О! О! Так, не прыгай, не напрыгивай. Трасса. Ай, вот. Нифига у меня тут находочка. Кстати, тросики нужны. Тросики, это топовые трасса. Это противоугонки. Да, можно самодельные противоугонки топовые делать. А я, дурак, велозамок купил. Я хотел из тросиков сделать самодельную противоугонку. Но вот это тоже топ-находка, ребят. Нет. Он не разделанный. Он не разделанный, ребят, Скарлетт. Обогреватель огромный, тяжелый. Тяжелый обогреватель топовый, масляный. Ребят, этот обогреватель продать можно будет. Опа, что-то есть тут. У меня тяжелая коробка от утюга, Дима. Утюг в коробке. Только Philips. Это нормативчик, это продадим. Рублей за 200-300. На, ребят, обогреватель вот этот масляный продадим рублей за 500 как минимум. А в сезон 1500 на Авито. О, нифига, еще одна плитка. Так, тены целые. Такую за 300 рублей вообще продать на изи можно. Все не дороже даже, рублей за 400. Нормальные тены целые. Даже умывальник этот рублей за 500 бы купили. Только нам его некуда грузить. Да? Нифига, какой дракон деревянный. Да не, он поломанный. О, крокодил целый. Ха, прикольно. Вот это вот так поставим. Кому на, заберут. Крокодильчика заберу. Прикольный. Сюда можно в рот даже что-то вставлять. Денюжки, к примеру. Нифига себе, Дима тут нашел. Это зажимник. Это топ вещь. Это эти опрессовывать. Дай кабеля. Посмотрю. Ребят, вот эта находка. Это зажимать эти интернет-кабеля. Обжимник для интернет-кабелей. Это вообще топовая тема. Что там еще? Да я буду просто смотреть. Будильничек. Дима вынос нашел. О, мегафон, симка. Обалдеть, 4G. Балдеж. Симочку я себе возьму. Да это что? Это купят. Купят. Ребят, будильничек такой продастся.
симочку себе заберу. И обжимничек вот этот вообще 1000-3, наверное, стоит такой новый. Не знаю, целый он нормально обжимает или нет, проверим. Ну, интернет-кабеля обжимать вообще тема топовая. Поняли, это обжимать вот этот штекер у интернет-кабеля. Провода в него вставляются и вот так зажимается. Вояж, вояж, тык-тык-тык-тык-тык, саквояж, не дим, не клевье. Вояж, вояж, тык-тык-тык-тык-тык-тык. Ой, капец, весит много мой багажник, там у меня этот и телевизор, и конь, загородная кормилица. Что тут у нас вот тут? Опа, там коробка от JBL колонки. Пустая? Раскрылась. Ничего нету, пустая реально. Обидно, ну ладно. Смотрите, мажоры живут, бренд ГУЭС покупают. Так, что тут еще? О, вынос с хаты. Вынос с хаты. Вынос с хаты. Чуть-чуть мыльно-рыльного, зубные щеточки, вот такие кисточки у ребятки. Пенка для умывания. Абуребеурить. Вот еще мгновенно преображает волосы, убирает пульледи. Мыльно-рыльное мне без разницы, я беру все подряд. Во, вот эта тема. Мицеллярная вода, полная, смотрите. Обалдеть, смотри, там чехлы для айфона всякие. Для айфона 8 плюс. Заберем. Я знаю, у кого такой телефон. Я подарю чехлы этому парню, ребятки. Блин, там сколько... Сейчас я вам покажу, что я нашел. Там, блин, заколки всякие. Женские вон заколочки. Забираю прям так, с коробкой. Итак, ребятки, давайте смотреть, что тут еще есть. Вот такая коробочка. Тут было когда-то золото, возможно. Так, помада гигиеническая, хорошая. Так, вот тут мелочевочка всякая. Смотрите, Hello Kitty, коробочка Hello Kitty. О, а тут бижутерия всякая, колечко вон. Но это не серебро. Ну, прикольно, заберу. Вот еще мыльно-рыльного немножко. Полотенечко нам надобня. Вот это надо тебе на скутер? Все ж цепляют, будешь крутым, не? Походу, тут больше ничего ценного. О, нифига, тут трубы полиэтиленовые. Помню, я варил когда-то такие, когда сварщиком полиэтилена работал. Обалдеть. И мы их сдавали даже, такие трубы принимают. О, вот эта кормилица топовая, ребятки. Загородная, одна из моих любимейших кормилиц. Вот это, именно вот это. Смотри, сразу Fendi. Коробка от Fendi. Я бы даже коробку бы забрал. Мне кажется, даже коробку продать можно. Это показатель того, что тут живут миллионеры. Так, давайте посмотрим здесь все аккуратненько, четенько. О, нифига, что я нашел. Нашел я какой-то Atomic Beam. Что это такое, я не знаю. Какой-то Atomic Beam, перчатка. Ну, продам рублей за 50, дай бог. О, нифига себе, какой чемоданчик. Обалдеть. Может, его купят, кстати. Такой чемоданчик заберу, такой чемодан, может, купят. Потому что, ребят, он советский еще. Легкий такой. А, ну, качество говно. Не, не купят. О, нифига, ребят, полный акс. Полный акс. Я буду пахнуть теперь, подмышки буду пшикать. Полный акс, обалдеть. Полный дезик. Тупо на халяву. Такой рублей 300 стоит. А мне бесплатно. И вот чем опасны помойки, вот что выкидывают. Шприцы, видите? Футбол поломанный. Настольный футбол поломанный. Блин, это крутая игра. Вообще. Был бы целый, я бы забрал. Ну да, я же сказал, вот радиатор с медными трубками. Медяшечку повыколупаю вот эти трубки и сдам на медь. Там можно прям так забирать. Правда, вес очень легкий, но ничего. Цветной металл всегда в цене, в ребятки. Ребят, если вы скутеристы, то вы меня поймете. И по-любому догадайтесь, для чего я набираю вот эту стекловату. Она мне часто очень нужна. И когда надо, ее хрен тебе найдешь. Но помоечка радует стекловатой. А для тех, кто не знает, для чего мне стекловата, есть два варианта ответа. Вариант А. Для того, чтобы подкладывать ее в трусы. Вариант Б. Для того, чтобы набивать ей муфлер от выхлопной трубы. Какой из этих вариантов ответа правильный? Пишите в комментариях. Ребятки, да.
Ого, тут коробок. О, у меня чайник, заварник, такой купят рублей за 100. Точилка, ребят, зацените, для ножей. Это купят. Открывашка для вина целая. Ножнички. О, жижа для вейпа. Правда, пустая. Картошечка, одноразочка. Пряник. Ой, я такой голодный, ребят. О, он мягчайший, блин, я очень голодный. Я его съем. С новым 2003 годом. Ничего, если просрусь, то ничего страшного. О, нифига я тут нашел. Обложка на паспорт мне новая, топовая. Зацените, для карточек. Ребят, но самое крутое — это вот это. Беспроводная док-станция для беспроводной зарядки с Type-C разъемом, ребят. Вот это топ. Это просто обалденно. Так, тут жижи чуть-чуть вроде есть. Тут нету. Вот еще одна одноразочка HQD. Обалдеть, обожаю такие выносы с хаты топовые. Чуть духов каких-то. Попшикаю ноги чисто, чтоб не воняли. Кстати, ребят, зацените куртку такую с помойки. Неплохая, чисто по помойкам лазить. Вот сейчас перекущу пряничком вот этим вот. Он может просрочен на месяц. Новогодний он, но я очень голодный. Прикольный, с орешками. Вкусный. Хоть что-то схаваю. Запить бы еще найти в идеале. Помойка кормит, ребятки. О, ролики. Покажи. Подубитые, но продадутся. Рублей за 400 ролики. Reaction бренд. Пойдут. От денег грех отказываться, ребята. Покажи, я люблю очки. Не, ну это типа паленые Versace. Made in Italy. Ну-ну. Опа, утюгом пахнет. Ой, точнее, пылесосом. Опа. Ой, пылесосик медиа. А это на скотче будет держаться. Ну, лучше вырвать реально кабель. Нам он нужен сейчас проводку делать. А ничего, что кормилица — это рандом. Вы думали об этом, ребятки? Ведь не знаешь, когда где что найдешь. Что? Не, это бибот еще. Ого. Кайфуй. Опа. Ребят, какая форма женская, кстати. Обалдеть. Ой, о, а ну дай-ка гляну. Да ну нахер, 46 размера. Тупо Nike, ребят, были припаркованы в баке. Возможно, Арик. Не, не Арик. Это не оригинал. Но на Диму кроссы офигенные. Это на выход, Дим. Ребят, да и пофиг, что не оригинал, но они абсолютно целые Nike. Сейчас переобуешь? Ну давай сразу переобувай, прям сейчас. Ребят, ну форма полицейская, вот это, конечно, интересно. Тут еще вон рубашка, вот такая вот, тоже женская. И вот еще одна рубашечка. Полиция. О, журнал учета законченных производством дел. Полицейский журнальчик, но он, кстати, чистый. Все вырвано. И разорвано он. Статьи. Это, наверное, с полицейского участка вот выкинули. Коробочку вот эту по-любому. Раз форму выкинули, вот такие прищепки. О, прищепочки вот такие можно взять. Может, их купят. О, блок питания для Apple оригинальный. Вот это стоит рублей 500. Если он рабочий. Зажимчики возьмем. О, бомба, помойка обувает Димочку, я просто ништяк. Варил. Это ты варил, и тебя прожгло обувь? Это охренеть. Прям упала на ногу. Оставим конкурентам, а Димочка приобулся так вообще неплохо. Ой, ты тут вынос хаты пропустил. Очищающий гель для лица Невея. Заберем. Опа. Опа. О, сумочка топ. Находочки. Что тут у нас? О, обалдеть, кубики. Вот это мне надо. О, для нерфа. Ребят, пульки для нерфа. Тоже топ-находка. Нифига тут игрушек всяких прикольных. Что это за кубики? А как они соединяются? Вау. Прикольно, ребят. Я тут сейчас игрушек наберу своей дочке. Ух ты. Ха, боксер, зацените какой. Тыщ-тыщ-тыщ-тыщ. Нерф? А это что? Нерф. А, мини-нерф. А, написано нерф? Да, нерф. Ну что это? Это может насадка на нерф. О, топовые часики. Роликсы. Вынос? Два пакета. О, кайф. Запрыгиваю. Мышки.
шляпные, беспроводные. HP. Ага. Приятная, да. О, шортики лутательные на лето. Так, смотрим, что тут еще, ребят, по находкам. Опа, вот у меня кайф. Кошелек кожаный. Зацените, мышка какая, вау, Lenovo. Обалдеть. Не-не-не. Не-не-не-не-не. Обалдеть, топовая, ребят. Lenovo. Зацените, какая, походу, сенсорная. Обалденная. Первый раз такие мышки вижу, ребят. Новая стоит вот столько. Посмотрите, какая мышка Lenovo. Капец, она красивая. Так, а ну, передатчик у нее есть? О, работает, ребят. Светится. Она с передатчиком. Это не Bluetooth. В гараже будем использовать, ребят. Обалденная. И по-любому дорогая. Чё тебе дать посмотреть? Иди отдыхай. Жвачечка Love Is одна. Возьму. О, антенна автомобильная. Ой, у меня тут, да, техники куча. Всякие. О, кабелек звуковой какой-то. О, крепление для телефона топовое. Его за рублей 100 продать получится. Футбольный мяч накачать, походу, и все. А, волейбольный. Возьмем? Опа, медный кабель топовый. Нам как раз для проводки свет на улицу провести в гараже. Опа, нифига себе, пакет какой-то. Смотри, с какой-то штукой. А, так это от этой штуки антенна. О, для звука. Все вкидывай в пакет. Ребят, Bluetooth приемник. Можно любую аппаратуру подключить. О, плитка рез. Плитку резать под определенными углами. Ништяк. Ребят, тут дофига всего, походу. О, нифига себе. Бокорезы, ребят. Бокорезы. Дим, прикинь, бокорезы. Бокорезы, обалдеть. Смотрите, что выкидывают. Вот какой-то зажим непонятный. Торекс. Датчик пожарный. О, личинки для замков с ключами. Две личинки с ключами. Обалдеть. Вот это вынос. Нифига себе, ключ. А это что? Натуральная трудновыводимых загрязнений. Обалдеть, беру. С ключик, ребят, на 17 топ. О, щетка, но это такое не надо. Хотя купят, наверное, такую щетку. О, отбойный этот. Для перфоратора штука. О, болты. Что это? А, это вот эти. Дима, зацени, фрезы. О, мне нужны фрезы. О! Тут набор вообще. Обалдеть, топовая тема, ребят. Запиливать что-то. У нас есть фрезер. Как это называется? Бормашинка, да? Насадки для бормашинки. У нас есть бормашинка в гараже как раз. О, щеколды, ребят, зацените. Щеколды две берем. О, автомобильный блок питания. Полотенечко. И вот эти штучки для плитки. Болты всякие, но такие нам не нужны. Вот эта вот штучка вообще ништяк. Ребят, я в гараже, и сейчас будем проверять MIDI-клавиатуру. Че ее проверять? Она рабочая, ребят. Посмотрите. Вот. Пим-пим. Пим-пим-пим-пим-пим. Ну, чтобы идеально ее проверить, нужно, конечно, ее подключать к компьютеру. Но кнопки вот эти вот, по крайней мере, работают. Я надеюсь, что и эти работают. Просто ништяк. Помоечка дарит возможность сделать музыку. Далее, iPad. У него битый экран. Вот видите полоски. Он признаки жизни подает, нужно менять экран. И он плюс под iCloud. Мы это пробили по серийному номеру. В принципе, iPad неплохой. Восстановить его можно, он не супер старый. Его даже можно перепрошить и пользоваться, несмотря на то, что там iCloud. Далее, находили с Димой еще вот такой Xiaomi телефон. Может, в прошлой серии или в этой, я уже не помню. У него тоже самая проблема, как и с iPad, нужно менять экран. В принципе, тоже не супер древний телефон, и экран, в принципе, рентабельно на нем менять. Помоечка дарит технику. Кто-то пернул.